В Мирабадском районе на улице Фитрата между парком Фуркат и рисовым базаром продается хорошая квартира с очень классным ремонтом, в котором есть даже элементы лофта. Здесь три комнаты на четвертом этаже четырехэтажного дома. Дом сделан из кирпича. Вы видите здесь большую лоджию, которая 2 на 6 метров. Она отапливаема. Есть свои батареи. И через лоджию после зала мы можем попасть уже в кухню, в которой сделана хорошая и качественная встроенная мебель, которая остается при продаже квартиры. В этой квартире просторная, уютная прихожая, практически квадратная. Из этой прихожей мы можем попасть в каждое помещение, конечно же, в санузел. Хоть он и совмещенный, но поделен на зоны. Душевая зона, раковина и, конечно же, туалет. Смотрите, какой хороший, достойный ремонт. И очень качественный. Как сказано было ранее, квартира трехкомнатная, вы видели зал, кухню, лоджию, санузел, ну а вот уже непосредственно две спальные комнаты. Здесь подразумевается родительская. Здесь, как вы видите, сделано все в нейтральных тонах, потому что неизвестно, кому какой больше нравится. Не делалось акцентов особых, так сказать, по половому признаку. Я думаю, это понравится всем. И вот уже вторая спальная комната. Возможно, и детская. Также в нейтральных тонах, приятных, постельных, как мальчику и девочке подойдет. Итак, еще раз, друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе о хорошей недвижимости города Ташкента.